Меня зовут Наталья, мне 43 года, духовный центр благословения Отца. Я хочу воздать всю славу Господу за свободу, которую Он мне дал в прошлое воскресенье. В прошлом воскресенье было служение освобождения через сны. И ко мне демон приходил через сны. Я могла заниматься любовью, только не со своим мужем, хотя я замужем. И для меня это был постоянный шок. Я вставала в поту, что я замужем, а мне такой бред снится. Мой муж мне в гробу снился, то мужа посадили, то я в лабиринте, то я куда-то еду, и меня автобус останавливается, я вышла, автобус уехал, ни документов, ничего, постоянно этот страх, и я просила: Господь, освободи меня, я просто надоела, это достало, эти все сны, которые атакуют меня, Боже, если что-то не сделала не так, прости, и Господь меня в прошлое воскресенье освободил. У меня все время было мысли, с которыми я боролась. Это мысли, осуждающие людей, это мысли превозношения. То есть я все время этих духов гнала. И на время, ну как бы я вроде чувствовала свободно, а потом опять. И ну, я думала, что это все внутри меня, все эти мысли, двойные мысли. То есть я Лариса, я думаю о Божьем, а все время мысли атакуют, такие негативные, о человеке каком-то. Вот, ну то есть нехорошие. И все время это была постоянная борьба. Я говорю: Боже, ну освободи меня. И потом у меня были все время препятствия служения. Я 10 лет служила в этом духовном центре. Потом я ушла какое-то время, ну года 3. И я хотела вернуться, но вот этот последний год, когда я решила вернуться в духовный центр снова в служение, вы знаете, это ну, постоянно какие-то, то суета, то кто-то заболел, то я заболела, то что-то нужно делать. И я уже говорила: папа, ну все, наверное, ты хочешь, чтобы я не служила. Я вышла просто на пенсию. И когда я интенсивно боролась за то, чтобы вернуться в служение, ну то есть, ну это вот постоянная борьба была. И я просто решила: все, Боже, я не могу. И вот шанс ну, освободиться. И я пришла в среду. И то, что мы видели в видео, это то я пережила. Я увидела, что изнутри человек чувствует, когда демон внутри. То есть демон начал говорить. И он кричал, что он сильный. Я его слышу, ну как бы я молчу, за меня молятся. А я внутри слышу, он кричит: я сильный. И потом, вы знаете, у меня не отключался разум. Я все понимала, я все слышала, я все видела. Но демон начал через меня кричать. Демон кричал: вы котята. Вы котята, я сильный, я спрятался. А я внутри говорю, ну, себе, как бы этому демону внутри, ну, не вслух, а внутри разговариваю. Нет, я не хочу, я хочу быть свободной, Господь, освободи. И за меня начали молиться и называли вот дух превозношения, я забыла за него. Но вот этот дух был облечен, и он начал выходить. Потом дух смерти. Королева смерти была названа, и тоже я начала ну, получать освобождение. И еще этот дух, он ну, как бы вел себя так, ну, он вызывающий вел, что вы никто, а я тут сильный. И на одну сестричку он ну, просто выступал так, что вот я сильный, ну давай, ты тоже сильная, ну потягайся со мной. И он тоже вышел.